Чё творим, бро? Меня зовут Сергеонис, и это пасхалки и отсылки в полнометражном мультике Фиксики «Большой секрет». Поскольку полного фильма еще нету в сети, я покажу вам лишь часть из последнего трейлера. Но когда выйдет фильм в хорошем качестве, то будет вторая часть. Трейлер начался, как отец Дим Димыча ведет телепередачу «Загадочные тайны». Это отсылка на телепрограмму Сергея Дружко. Необъяснимо, но факт. На экранах много отсылок на самые загадочные тайны. Титаник, Бермудский треугольник, египетские рисунки. Но этого мы брать не будем, мы копнем еще глубже. Следующая сцена. Дядя Димыч хочет спрятаться под одеялом. На стене висит аэроплан. Это отсылка компании, которая создает мультисериал Фиксико. На кровати наклейка мяча. Это отсылка на мяч из чемпионата мира 2017. После показано, как семья Дядя Димыча смотрит телевизор. А на телевизором еще одна отсылка компании Аэроплан. Пропеллер. Еще одна сцена, где очень много пасхалок. Аэроплан, еще одна отсылка компании. А на фоне есть одно интересное фото. Отсылка к футбольной команде России. Когда Дим Димычу пришла Катя, то мы можем видеть на верхней полке медведя из игры Among the Sleep. В будущем сценах он даже оживет. Впрочем, как и в игре. Когда Дим Димыч хочет забрать у Кати какой-то прибор, то на дверях видно рисунок Чужого. Отсылка к фильму Чужой. На следующей сцене, когда Фиксик будущего летит, на фоне видна отсылка к маске шамана, которая была найдена 1000 лет до нашей эры. Сейчас же она просто декор. По телевизору показывают репортаж о странных аномалиях. Канал, по которому это показывают, называется Канал 24. Это отсылка к реальному новостному каналу 24. На урывке, где робот тащит коробку, на нем можно увидеть название R300. Это отсылка к настоящему роботу R300, который был придуман далеко до Фиксико. Также в этой же сцене на фоне видно рисунок Дим Димыча, где показано, как астронавт держит американский флаг. Это отсылка к давнему спору, кто же первый высадился на Луну, американцы или же россияне. Это пока что все. Поставь лайк тебе, то всего-то 2 секунды, мне приятно. А также пиши в комментариях пасхалки, которые ты нашел. Даже не обязательно в этом мультфильме. Не забудь подписаться, я бы очень хотел себе такого крутого подписчика, как ты, а также расскажи об этом видео друзьям. На этом все, пока.